Так, ну вроде теперь я точно все взял. А, нет, телефон забыл, как обычно. Всем привет, ребята, меня зовут Компот, добро пожаловать на мое новенькое видео. Вы, наверное, меня спросите: Компот, а куда ты собрался? Ведь на дворе еще как бы вроде Новый год недавно был, и как бы все отдыхают, все по домам сидят, но, ребята, нет. Сегодня я отправляюсь в гости, да, представляете себе. Один из жителей меня позвал в гости, я думаю, что вы уже догадываетесь, что это за житель. Это Радужный, ну, в названии же написано. И на днях этот житель мне пишет: так, давайте я выйду на улицу, буду вызывать такси и рассказывать вам параллельно эту историю. Так вот, на днях он мне пишет: Компот, что-то я как-то заскучал, давно тебя не видел, приезжай ко мне в гости, заодно снимешь, как я живу. Я такой: вау, что? И я понял, что я вот сколько вот с жителями вот дружу, общаюсь, работаю и так далее и тому подобное, ребятки, я никогда не был у них в гостях. И первый, кто меня позвал, это Радужный житель, поэтому сегодня мы отправимся к нему и посмотрим, как же все-таки живет Радужный житель. Он обещал мне провести вот, как это правильно называется, рум-тур, по-моему, да? То есть обзор на свой дом, рассказать, чем он обычно занимается и так далее. Так, такси скоро подъедет, ребятки, я поеду к нему в деревню. Так, ребята, ну вроде меня довезли, я уже вижу вот тут вот деревню у нас. Кстати, я думал, что она будет радужная, если честно, как у радужного игрока. Но, ребятки, нет, деревня обычная у нас, окажется. Погодите, я уже вижу, мне почему-то, вот, серьезно, ребят, почему-то мне кажется, что мне туда. И я думаю, что я абсолютно прав, потому что это единственный радужный домик в деревне. И вау, какой он красивый, вы посмотрите, неужто это дом радужного жителя? И да, ребята, привет, житель! Ха-ха, привет, как? Компот, рад тебя видеть! Да, житель, тебя с прошедшим Новым годом! Уже сегодня у нас 2 января, если я не ошибаюсь, да, ребятки? И, блин, слушай, ну дом у тебя, конечно, просто шикарный. Ты его так к Новому году украсил или чё? Ха-ха, нет, Компот, ну чё, я живу так постоянно. Да, моя деревня, может, и не радужная, как ты уже заметил, но мой дом еще какой радужный, ведь я радужный житель, верно? Не, ну так ты все по факту, так же все правильно. Раз ты радужный житель, то и дом у тебя какой правильный. Радужный, блин, ну он такой сочный, такой красивый, я просто в шоке. Ну чё, покажешь, что внутри? Да, конечно, давай с тобой зайдем поскорее уже внутрь, мне не терпится тебе все показать. Так, хорошо, захожу и... Вау, слушай, у тебя тут довольно-таки уютненько. Да, Компот, только одно очень важное правило. Каждый гость, кто ко мне приходит, надевает предметы вот из этого радужного сундука. Предметы из радужного сундука? Ну давай. О, тут какой-то радужный костюм, ну давай попробуй его надеть, почему бы и нет. Так, сейчас я это хопа-хопа-хопа-хопа, как я выгляжу. Странный костюм. Компот, ладно, это всего лишь шутка, снимай его. Блин, вот я вижу, креатив и юмор у тебя прям прет, как говорится, сразу же после Нового года, да? Ладно, хорошо, давай я сниму костюм, хотя голову, пожалуй, оставлю, ребята, костюм сниму. И еще вопрос, а зачем тут палка радужная? А, это чтобы отбиваться от радужных монстров, конечно же. А у тебя что, в доме радужные монстры? Нет. Ну тогда нафиг она нужна, я не понимаю. Ладно, Компот, присаживайся на радужные креслица, можешь здесь почитать радужную книжку. Офигеть, у тебя тут очень красиво, конечно, все с подсветочкой такое, все блестит, прям как мой компьютер, представляешь? И у тебя книжки тут еще такие интересные, разноцветные. О, и наковальня у тебя радужная, слушай, прикольно, ну мало места, конечно, честно признаться, но хотя у меня в кузнице намного-намного меньше. Да, но это еще не все, ты знаешь, что у меня под люком? Под люком? Под люком, кстати, да, я его заметил, что-то постеснялся спросить, ты давай рассказывай мне, что у тебя тут вообще под люком, все-таки это рум-тур, как-никак, ты мне показываешь свой дом. Погоди, Компот, погоди, мы туда пойдем, естественно, но пойдем мы только если ты отгадаешь загадку, такую, знаешь, так сказать, новогоднюю. Итак, зимой и летом одним цветом. Зимой и летом одним цветом, но правильный ответ вообще как бы елка, но дай угадаю, радуга? Почти. Ладно, окей, изумруды, может быть? Почти. Окей, радужные изумруды? Да, правильно. Ну, это было вообще несложно, учитывая то, что ты радужный житель, обожаешь изумруды и радугу. Ладно, давай, я могу спуститься. И вау, как там красиво. Да, Компот, там у меня ферма. Ферма? Серьезно? Слушай, мне как фермеру очень интересно посмотреть. Давайте, ребят, спускаемся по этой радужной лестнице и... Вау! Да, Компот, нравятся мои огороды. В общем-то, смотри, я выращиваю всякие семена, чтобы потом из них делать краску и чтобы все перекрашивать в радужные цвета. Также тут специальная водичка радужная, она насыщает мои цветочки, они растут 4 раза быстрее и насыщеннее. Офигеть, слушай, я как фермер вообще ни разу не слышал о такой радужной водичке. Слушай, а отольешь мне баночку радужной водички, потому что, блин, я тоже хочу, чтобы... Ой,
Ударился. Житель, я не понял, что так негостеприимно с твоей стороны? Так, давай, лови меня. Опа, о, хлебушек уцелел, отлично. Почему я только коснулся этой жидкости и сразу же откинулся? А, забыл тебя предупредить. Она опасна для нас, но полезна для цветов. Трешачок какой-то, вообще просто ужас. Я туда больше не подойду, там мой телефон... Хотя, погодите, ребят, тут мой телефон. А, не, он, кажется, уже утопился. Ну, хотя бы изумруды я спас. И самое главное, это, естественно, шапочка-овечечка. Ладно, опа, погоди. А это что у нас такое? Опа, а это что у нас такое? Опа, а это что у нас такое? Так, житель, что это? А, как ты, наверное, мог заметить, я люблю покушать. Да нет, незаметно как-то. Ну, в общем-то, я люблю готовить всякие радужные вкусности. И там у меня находится кухня за 7 секретными радужными дверьми. Можешь заходить, тебе все можно. Житель, хватит толкаться, пожалуйста. Чтоб я еще раз коснулся вот этой жидкости, да никогда. Так, все, житель, ладно, пойдем. Смотрите, красная дверь, оранжевая дверь, желтая, зеленая, голубая, синяя, по сути, последняя, фиолетовая, ребята. И воу, мы попадаем на нехилую такую кухоньку. А почему потолок из земли? А это уже капот не так, собственно, важно. Ты проходи за стол, садись, сейчас я здесь что-нибудь сварганю. Опа, сварганишь? Ну давай по бырику, так сказать, сварганим. Слушай, прикольно, у тебя и подсветочка тут радужная на кухне, и все такое красивенькое, прям кухня-кухня. Ну ладно, давай я сяду сейчас. О, у меня тут кое-что в холодильнике есть, ну-ка на. Воу, ты мне что-то тут дал? Ну давай посмотрим, что тут такого интересненького. Во-первых, это... Это же тортик, я люблю тортик, как говорится, ребят, ну кто не знал, да? Погоди-ка, ну, блин, ну я, к сожалению, не голоден сейчас. Ну ладно, выпей радужный напиток. Так, что тут у нас? Какой-то радужный напиток. Ну давай попробую его выпить, что будет прямо сейчас. Так, ребятки, выпиваем его. Воу! Воу, что со мной? Я почему я не вижу сам себя? Ребята, я сам себя не вижу. Компот, не волнуйся, я до тебя вижу. Да ё-моё, я не понял. И стоп, а почему у меня так дофига эффектов? Что ты мне дал такое? Ладно, ладно, расслабься. Не хочешь молока с хлопьями наверни? Молока с хлопьями. Так, ладно, давайте сейчас, ребятки, поставим. Воу, воу, какие красивые радужные хлопья с молоком. И давайте ложечку другую. Кстати, очень вкусные хлопья. И воу, я совсем забыл, что, ребятки, молоко убирает все вот эти вот эффекты. Капец, это что было? Это был специальный напиток радужный, который дает тебе очень много эффектов. Я с ним в шахту хожу. Офигеть, мне кажется, с ним не в шахту надо ходить, а апокалипсис встречать, потому что эта штука просто термоядерная. Но хлопья, конечно, вкусные, как и тортик. Блин, я бы хотел очень попробовать, но я реально сытый. Так, ладно, компот, пойдем-ка поднимемся наверх. Наверх, да вообще без проблем, погнали. Так, я почти вылез. Житель, ну чё, где ты там? житель, ты чё кричишь, я не понял. Что происходит тут? О, стоп, а чё ты на улице делаешь? Ты как так быстро вышел? Козлы! То козлы, житель, что происходит? Ты, чего? А чё с крышей твоего дома? Почему она такая странная стала? Вы посмотрите, ребят, на нее. Что со ступеньками? Да это у нас тут есть. Жители противные издеваются надо мной. Смотри, они мне всю крышу поломали, перевернули. Что теперь делать? Тихо-тихо, житель, расслабься, успокойся. Все нормально, починим мы твою крышу. Капец, а зачем так делать? Это же вообще ужасно. Вот реально вот козлы, ребятки. Что я еще могу про них сказать? Офигеть, слушай, такой красивый дом испортили. Компот, а ты мне поможешь, пожалуйста, это исправить? Да без проблем, житель. Только давай стройматериалы. Так, осталось совсем немного. Раз, два, три, четыре, пять и шесть. Слушай, житель, я с своей стороны сделал все. Отлично, компот. Молодец, что собрал каркас. Теперь держи радужные блоки. Сейчас будем все делать. Они там снизу. А, за радужными блоками нужно спускаться. Ну, давай так на стремяночку и со стремяночки спускаемся. Так, где они? Так, ребята, я взял все радужные блоки. Теперь смотрите, я просто беру и вот так вот одеваю эти блоки на каркасы. Потом у нас идет оранжевый цвет. Далее у нас желтый, потом зеленый, голубой, синий и два фиолетовых как завершающих цвета. Вот так вот. Так, последних два блока мы сюда вот ставим. И все, житель, готова твоя крыша. Я спускаюсь. Давай заценим вообще результат. Блин, ну красотища, реально. Ой, компот, я не знаю, как тебя благодарить. Спасибо большое за то, что мне помог. Да не волнуйся, житель. Мне не сложно, как говорится. Мы с подписчиками тебе немножечко помогли. Жалко, конечно, что у меня все инструменты сгорели. Но ладно, это так, мелочи. Спасибо, что заехал в гости, посмотрел, как я живу. Надеюсь, людям понравилось. Да, ребят, кстати, напишите в комментариях, понравилось ли вам, как живет житель. Потому что сегодня мы побывали в гостях у радужного жителя. Вот так выглядит его дом. Мы узнали, чем он занимается на досуге. Например, готовит еду и выращивает всякие семена. И также перекрашивает все в радужный. Ну, короче, жизнь жителя радужного, как говорится, да? Так, житель, ну мне пора-то бежать домой, поэтому давай прощайся с моими подписчиками. Ребят, спасибо вам большое, что посмотрели это видео. Не забывайте ставить лайки.
ягодки там, и что там еще нужно делать? Да-да-да, все правильно, все, житель, пока! Давай, удачи! Так, только я у тебя тут немножко еды пособираю, потому что мне нужно что-то таксисту заплатить, потому что изумруды все мои сгорели. Ладно, ребят, пойдемте вызывать такси. Что ж, вот такой вот интересный ролик у меня получился. Не забывайте ставить мне лайки и подписываться на мой канал. Пишите, кстати, в комментариях, к какому жителю мне еще, ребятки, сходить в гости. Может быть, к жителю-миллионеру, хотя не. Ну, короче, напишите в комментариях, я жду вашего фидбэка. Ну, а с вами я прощаюсь. Всем удачи, ребят, всем спасибо, всем пока. Так, стоп, а чем я буду вызывать такси, если мой телефон сгорел? Житель!